Всем привет! В своем фильме здесь сегодня я хочу вам показать, как у нас действительно действуют меры блокировки и борьба с короной. Вот мы с Франком приехали за товаром по делам, и вот мы видим, никого нет, все пусто, все закрыто, никто не работает, ни одного человека нет, и мы только одни. Вот посмотрите сами, все пусто, ни одного человека, как будто бы все вымерли. И как нам работать, как нам дальше жить, как деньги зарабатывать? Все пустота, все закрыто. В обычное время здесь всегда очень много народу. Всегда все куда-то бегут, спешат, все друг друга толкают, все что-то покупают, все к чему-то стремятся. Но сегодня, смотрите, как будто бы все вымерли. Никого нет, тишина, и как будто бы жизнь закончилась. Не солоно хлебавши, мы возвращаемся домой. Сегодня я вам хочу рассказать один трогательный стих. Молодость и зрелость сели на скамейку. Молодость сказала: «Ты, как я, сумейка?» Зрелость отвечала: «Красота не вечна, научись делиться красотой сердечной». Молодость с насмешкой: «Что в тебе такого? Дом, семья, работа, скучные оковы». Зрелость улыбалась, будто младшей дочке. Без оков семейных люди одиночки. Молодость твердила: «Все во мне прекрасно, молода, свободна и красиво ясно». Зрелость отвечала: «Я тебя мудрее, и с тобой, малышка, спорить не посмею. Повзрослей, узнаешь, счастье не в свободе, не в ночных гуляниях, не в парижской моде». Молодость смеялась: «Значит, счастья нету?» Зрелость отвечала: «Нет, оно бывает, если жить с любимым небо позволяет, если смех детишек слышится из дома. Ты еще со счастьем, крошка, не знакома». Молодость спросила: «Если правда это, что ж ночами плачешь, и о чем секреты?» «Я ночами плачу», — зрелость говорила, «потому что раньше это не ценила». Всем пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч, друзья!